Отдохнули, загорели, а теперь пора домой. Из Крыма вернулась первая группа детей, это 105 школьников. И вслед же обратным рейсом в Симферополь вылетела очередная партия юных северян, почти 100 человек. Еще одна группа отправится отдыхать уже в августе, а всего за летние каникулы в Крыму на море побывают 300 детей из Ненецкого округа. На их отдых из регионального бюджета выделено более 12 миллионов рублей, чуть более 7,5 миллионов из федерального бюджета. Для удобства детей организованы прямые чартерные рейсы на Ринмар-Симферополь. Отдыхают ребята в оздоровительном центре «Дружба», это Евпатория. В лагере есть все необходимые условия для комфортного проживания школьников. Кормят детей 5 раз в день, в рационе много фруктов и овощей. А море находится всего в нескольких метрах от оздоровительного центра. Детский отдых проходит под контролем губернатора Ненецкого округа Игоря Кошина. Кстати, недавно на его имя поступило обращение от властей Крыма. Они предложили поддержать их здравницы, это учреждение для лечения и отдыха. На обращение откликнулась 4-я городская школа. Сейчас ребята отдыхают в молодежном центре «Звездный берег», что в поселке Орловка. Поездка подростков организована за счет внебюджетных средств. В Крыму они проведут 21 день. Домой приедут 8 августа.